Приобрели ребенку вот такой вот наборчик, называется паровой двигатель. Вот его мы собрали. Вот это вот паровой котел. С помощью шприца из набора добавляешь туда воду через трубочку вот с этим клапаном. Вот. Под ним спиртовка, которую надо будет поджечь. Ну и, соответственно, вот это вот электрический генератор. К нему подсоединен светодиодик, который будет гореть. Электрический генератор с помощью шестеренок приводится во вращение, приводит во вращение вот этот паровой двигатель с двумя цилиндрами. Сейчас продемонстрирую, как он работает. Берем зажигалочку, зажигаем спиртовку. Сейчас вода закипит, он у нас уже прогретый. Сейчас вот в этом пар появится в этом шланге. Вот, все, можно. Сейчас промотаю. И он работает. Как видите, такой набор даже игрушкой язык не поворачивается назвать. Все очень доступно сделано, качественно. Все доходчиво объяснено. Он будет интересен не только ребенку, маленькому ребенку, который еще не ходит в школу или начал ходить в школу. Он будет также интересен ребенку, который начал учить физику. Потому что здесь на пальцах понятно, как работает паровой двигатель. А это великое дело в наших современных условиях. Учебы в школе. В начале моего видеоролика испытание вы видели парового двигателя. Запах двигателя уже прогретого. Водичка была уже теплая в баке. А сейчас посмотрите, как это устройство запускается в первый раз, когда вода в баке еще холодная. Здесь придется немножко подождать, пока она закипит. Так, вот так? Против часовой стрелки. Вот туда. Сейчас еще подожди, не закипит. Сейчас. Еще. Сейчас закипит. Это прикольный прям, понял меня там? Он закипает, просто видно, что он закипает. О. Поворачивай, поворачивай. Еще прыщ. Вот такой паровоз у вас. Угу. Фитилек поменьше сделали, но не так сильно кипит. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.